Реконструкция детской областной больницы идет полным ходом. В скором времени на территории самого старого лечебного учреждения региона откроется новый корпус. Затем, как идет его строительство, сегодня наблюдал губернатор Запорожской области Борис Петров. В хорошем смысле стройка напоминает растревоженный муравейник. Каждый из строителей отвечает за свой фронт работ. Кто-то кладет кирпичи, кто-то штукатурит, кто-то цементирует. Борис Петров прибыл сюда с рабочим визитом и, по его словам, остался доволен увиденным. Мы видим, объект строится, и я вижу, что он будет укрыт в ближайшие дни. И это дает надежду на то и уверенность в том, что работы будут проходить внутри, независимо от погодных условий. Между прочим, эта больница была открыта через 6 лет после отмены крепостного права в далеком 1867 году. Теперь к архитектурному раритету будет прибавлено здание 21 века. Вот этот новый корпус, в котором врачи будут биться за спасение детей. На этой территории будут открываться отделения такие, довольно сильно потребляющие оборудование. Это реанимация новорожденных, там где нагрузка на каждую электроточку 5000 кВт на 12 коек. И на третьем этаже детская онкология, которая сейчас в ней нуждаемся очень-очень остро. Общая стоимость данного проекта 30 миллионов гривен. Как сказал Борис Петров, данное строительство находится на личном контроле президента Украины.